В соответствии с положением о порядке проведения предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и иные выборные должности в органах местного самоуправления Свердловской области, Организационный комитет решил объявить процедуру предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Думы Полевского городского округа и иные выборные должности в органах местного самоуправления. Процедуру предварительного внутрипартийного голосования провести с 15 мая по 5 июня 2013 года. Субъекты предложения кандидатур вправе вносить предложения по кандидатурам кандидатов предварительного внутрипартийного голосования в течение 24 дней со дня опубликования данного решения в Организационный комитет по адресу город Полевской, улица Ленина, 15, понедельник и четверг с 10 до 17 часов. Предложения вносятся согласно документам, предусмотренным положением о порядке проведения предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и иные выборные должности в органах местного самоуправления Свердловской области.